Всем привет! Сегодня я записываю сразу три ролика на будущее. Один уже записал с пистолетом. Я отстрелял по льду. Ну, сейчас я все буду подстреливать по льду. Ну, только с разными немножко эффектами. Ну, короче, по-разному. Сейчас я буду записывать с Эдганом, Матадором. В пульке уже вставлено. Сейчас пойду покажу ледяную бутылку. Вот она такая зелененькая, сейчас я с нее сниму иней, будет покрасивее она выглядит. Ну все, поехали шмалять. Отстрелял я по ней пуля 4, не помню уже. Вот что случилось с бутылкой. Оно на последнем выстреле уже пробило ее. Вот оно входное. Входное здесь. Выходное вот тут. Ну, короче, вот они пульки, которые я нашел. Одна первая там была сразу внутри. Ну и потом это последняя на вылете нашел. Я хотел этот ролик записать, потому что я забил в поиске на ютубе расстрел, ну типа ледяной бутылки, ну бутылки со льдом, и нашел только один ролик, и то там ничего не было. Ну, теперь вы видите, как она ведет себя. Сейчас будем третий ролик записывать, все буду выпускать через дня два. Ну, первый, конечно, сегодня. Ну все, ждите следующий ролик. Всем пока.